Thank you.
ребята, привет! Привет-привет, добрый вечер всем, кто думает, что в 22:33 по Саратову хорошая идея прийти на какой-то стрим. Но, возможно, эта идея плохая. Всем привет! Привет! Ньюфиера, Жемапель, Генезис 1337, Йонем, Лебовский, Тим Макс, вот Южин, можно тебя буду звать? Я вот на твой ник смотрю уже, по-моему, блядь, полтора года или два, и до сих пор не могу к общему знаменателю прийти, как правильно тебя называть. Привет, Dragon Rider. О, Илья, о, Фирчик, привет, Димон, привет, Локализатор, о, ты же ушел из России. Лебовский, фанат Коржа, Юнайтед, ну не ты в смысле, Локализатора в целом, Юнайтед Метал, Генезис, был уже Казанский, Демтк, Нифис, Дректар, блять, новых ников в чате, просто ебануться, Гундрон, Капитан Арктика, Майти Синдром, Нифис, фанат Коржа, блин, United Metal, я боюсь просто кого-то пропустить, обидеть. Если кого-то пропущу, вы не обижайтесь, я просто, ну, блядь, сам понимаете. И так стараюсь. Сегодня все-таки без рейжа, здорово, да. Олег, привет. Критик, привет. Кто-то еще. Дудж, привет. Fate from Abyss, привет. Там кто-то новое сообщение первое. А, Гундрон тоже называл. Зару, привет. Сейчас скажут, меня не Зару зовут, а Запу. Вообще обычно обратно происходит. Короче, Неривар, привет. Привет, Мджолнерс. Я его слушаю, кстати, микс. Неривар, обиделся, короче. Как настроение? Нормально. Но сегодня день пиздец какой был душный. Было много работы. И в тренажерный зал ходил сегодня. И все это по таймингу очень было плотно. И что-то одно за другим вообще даже не подышал. Ну, сами понимаете, банки сами себя не накачают. Не Зару, а три Апу. Ну все, обиделся. А Пирогончик, привет, ты что с тобой здоровался? Когда стрим с сестрой? Да скоро сделаем. В пятницу вот у нас Дредхангер будет. В пятницу это через... У меня кот зашел. Иди, секунду. Мускат, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Мускат, иди сюда. Ко мне иди. Он в углу сидит, что-то сейчас будет там царапать. Ну когда он ко мне подойдет, я его позову и возьму и... Банки, ты хоть жрешь, белок нормально? Да, да, белок жру. Еще как. Короче, вот эта вот мелодия была в начале стрима. Это вообще лоу-фай, хип-хоп, джепанис микс. Я вспомнил, знаете, какие времена? 2008 года, наверное, плюс-минус. Как играли в Perfect World, я еще был школьником. И я вспоминаю времена эти с особой ностальгией, поскольку... Когда были плюс-минус детьми, играли в компьютер, мы вообще ни на что не рассчитывали. То есть, как я в Ion играл, Perfect World, еще какие-то игры. И мы... Не было какой-то сверхцели. Просто классно проводили время. А сейчас каждая игра... Ну, не сейчас вообще, а в целом последние вот... Уже, наверное, после 20 лет. Каждая игра как будто бы челлендж. Ты там... Должен, если есть ранг какой-то, ты должен занимать самый высокий ранг, иначе ты лох. Должен быть самым лучшим игроком на планете. Не знаю, откуда это, блядь, взялось. Вот из-за этой соревновательности абсолютно пропал дух... Абсолютно пропал дух вот искреннего удовольствия от игры. Вот даже если подумать... Вот мы поиграли в Apex. На разочек это было классно. Вот позавчера мы поиграли в Apex. Но если бы я сейчас поиграл в Apex недельку, я бы превратился просто в киборга какого-нибудь, но не убийцу и ебателя Apex, а в киборга, в смысле, я был бы уже не человек. Я просто был бы синтетический организм, который не способен уже ничего воспринимать в этой жизни. Просто dead inside. Пожилой Хан, здорово, привет, Джонни Лимонейд. Кстати, Джончика, я просто у Викея в чате спрашивал, но я все хотел... Короче, как вы сходили, блядь, на Amazing? Вы вместе там пересекались? В целом, от сингл игр у меня никогда не было такого, знаете, супер удовольствия. От сингл игр прям редко получал. Разве что, когда пятый раз Фаренгейт проходил, или четвертый.
Ну и вот, короче, суть в чем. А вот когда уже начались вот эти игры, типа MMORPG всякие, да чуваки, я играл в браузере в Dark Orbit. Вообще, знаете такую игру Dark Orbit? Про космос и кораблики. В браузере. Я играл миллион часов в браузерную игру Dark Orbit. Сейчас вам покажу. Для браузерки неплохая, кстати. Сейчас вам покажу. Hi guys, this is Omer from the highest rated. Let's move around. Ending the well. Then you can kind of upgrade ourselves. Я вам причем нашел, кстати, вот видос именно старый Dark Orbit, каким он был в 2000 там каком-то там восьмом, тоже тире десятом году. Iridium. I think it's called Iridium. So, I kind of should know. Просто реально браузерный. Это еще, кстати, это новый интерфейс. Вот так вот летал. Это самый первый корабль, но у меня там... Блин, чел, да у меня до сих пор... доступ к аккаунту, где там много чего жирного на корабль есть. Ну, короче, Dark Orbit был в свое время прям вообще кайф. И вот Dark Orbit, Perfect World, они все выпадали на одно время. А Ион потом был у меня. Эльтенс, привет. Привет всем, с кем не поздоровался. Она еще живая, но она там очень много ботов, и она супер донатозависимая. Нет смысла играть. И не было смысла играть уже в 2010-м. Игру убили. Так вот, короче, суть в следующем. И раньше ты заходишь в игру, чтобы у тебя был какой-то игровой процесс. Ты хочешь кайфануть от игрового процесса. А вот с добавлением соревновательности в играх... Ты заходишь в игру, чтобы всех трахать, и когда ты этого не делаешь, ты просто выходишь абсолютно, блядь, я не знаю, просто мертвым. Тебе не понравилось то время, которое было в игре. Ты потом сидишь, с кем-то обсуждаешь, как же было плохо, что не так вообще, кто виноват, и все такое. Но в сингл тоже не могу порадоваться сильно, а прям кайфануть от сингла. Я вот без стрима принципиально просто вообще не играю в сингл игры. Потому что, ну, тоже уже не заходит. Стрим, он как добавляет интрижки. А вот соло, не знаю. Вот я его скучаю. Я бы очень хотел, знаете, чтобы вышел какая-то условная MMORPG. Я думал, что New World станет такой игрой. Но New World оказался парашей дерьма, вонючей. Это худшая игра просто из всех, которая только могла называться MMORPG. New World — это просто ужас. Ну и вот, короче, суть в следующем. Я вот думал, что New World как раз будет такой игрой, когда можно реально спокойно заходить чилить и вот вернуть те времена, когда был мелким, что-то там крипов каких-то там бил, там точил, что-то там шмотки крафтил. Я помню, в Perfect World мне прокнуло. Я, короче, играл варом, и у меня были две булавы, короче, огромные. Я крафтил их, и я скрафтил фиолетовые булавы, челы. У меня было... Это один из самых ярких, мне кажется, воспоминаний в жизни. Фиолетовые булавы я скрафтил. На каком-то там, блядь, 30-35 уровне из сотни. И я такой, блядь, чел, мы с другом играли. Чел, я фиолетовую булаву скрафтил. Да нахуй ты гонишь. Заходи в игру прямо сейчас. На, ебать. Фиолетовый крафт. Где эти эмоции? Да меня все в мире задушит. Мне кажется, что чуть сложнее, чем пукнуть. Помню, качался в ПВ, чтобы за морфа летающего манту дали. Так и не докачался. Ты просто MMORPG-сексуал. Я вот, кстати, к чему это еще вспоминаю? Сейчас я пока в 5M зайду. Я к чему это все вспоминаю? Я вам на том стриме рассказывал, что нашел пиратский сервер по Тере. Тера в моей жизни тоже место занимает большое. Я много играл в Теру. Но в 2013 плюс-минус году. В 13-14 не за сколько часов наиграл. Но суть в следующем. Я играл на ноутбуке во время учебы в универе. И там так все совпало, она в яркий момент жизни у меня появилась, Тера, поэтому она навсегда останется в памяти. И так вот, Тера закрылась в июне, все официально, Теры больше не существует.
проект не поддерживается. Я вот нашел пиратский сервак, где там в среднем 400 человек играют. Я вот сегодня побегал между работой. И я вот поностальгировал опять, но в целом пиздец, игра оказалась супер неоптимизированной. Либо это проблема вот этого сервака фришного, но кошмар. Просто кошмар, какие-то фризы непонятные. Все не такое сасанное, как раньше казалось, потому что на ноутбуке, дай бог, в 30 FPS я в эту теру играл, и я себя чувствовал просто шикарно. А сейчас там больше 60 FPS, но она вся какая-то деревянная, кажется, уже, и совсем уже старая. Что-то, блядь, вот... Вот бы ее перевыпустили. Neverwinter тоже, да-да, Neverwinter тоже классная тема была. Но я мало играл в Neverwinter. Я... Что-то качался, потом у меня пошли арены, и я понял, что я ничего не могу в Neverwinter на аренах, потому что там какое-то... Либо я что-то не понял, либо там какое-то... Санден понял. Либо сканирование... Ой, сканирование, блядь. Скалирование какое-то было неправильное. В Neverwinter я просто вообще... Я стоял, смотрел, как просто меня ебут. По сути, почти все как в реальной жизни. Как-то не знаю... Neverwinter прям... А вот в Тере я ёбрем был. Я еще помню Тера, когда она... Там не было этих ублюдских классов, которых потом добавили, которые сломали вообще весь игровой баланс. А когда Тера только вышла, и первые там... Первые патчи, я играл лучником. Вот. Жесть, я там на арене разматывал. У меня до сих пор скриншоты с топами висят. Но в целом... В целом... Санден, ёб твою мать, ты это... Надо повышать цену. Айон, кстати, вот я Айон пробовал в том году, тоже пиратку. И мне зашла... Пиратка Айона зашла мне больше, чем Тера. Потому что Айон, на удивление, оказался как будто бы более оптимизированным, что ли. Он более плавный, более отзывчиво вообще ощущался. И более того, я скачал Unlock FPS, и там в Айоне FPS был, блядь, просто миллиард. И... А в Тере такой херни нету. Тера как будто бы... Ну, это старая игра, вы прикиньте, 2000 какого-то там тоже миллиардного. Хотя и Айон тоже старая. Я не понимаю, почему. Тера на новом компе словно ощущается даже хуже, чем на старом ощущался. О, ну ты сладкий мой, иди ко мне. Ой. Кто кутыряется около ножки моей? Ай, ты сладкий мой скот. Да ебать. Вот. Вот, маленький котичек, ты будешь. Как же он пахнет вкусно, какой он сладкий. Не в деньгах счастье. Спасибо большое. Шадар за 500 рублей. Радость. Спасибо, целый пупок. Привет от человека повтора. О, пупочек не здорово. Рада. Лучше процитирую идущего к реке в стиле Ханза. Я в своем познании настолько преисполнился. И пока не надоест. И сейчас. Лучше... Чё, блядь? Давай. Идущий к реке. Сейчас бахнем. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов, миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой вот гармонии от слияния с бесконечно вечным. Хватит, наверное. Забухтел что-то в конце, да, мсаглы. Короче, о чем я там говорил вообще? Я заядлый линейщик. Сколько не пробовал другие ММО, никак не вкатывало больше ничего. Может, воздействие ностальгии по временам в L2 так сказывается? Не знаю, я L2 вообще пропустил. Но я, короче, что думаю... Если бы был официальный сервер, если бы был бы официальный сервер какой-нибудь Айон Classic, кошер, точно, как вот запустили... Крик, спасибо за 1000 рублей! Давно не удваивали. Спасибо большое, целую в пупок.
Хорошего РП, спасибо большое, Дан Фичер. Так вот, короче, если бы официально запустили Ion Classic, челы, я бы нырнул нахуй туда с головой, стал бы фулл-тайм стримером Ion Classic. Вот я как раз-таки играл на пиратке Classic Ion, просто в том году вне стримов под лоу-файчик на лучнике, я вообще просто кайфовал. Ion по мне так. Вот Ion на патче 3.6-4.2 максимум, потом потому что хуйня полнейшая началась. Вот какие-то начальные патчи Айона, ебать, это одна из лучших MMORPG вообще везде, во всей вселенной. Вы представляете, там буквально настолько организована была офигенная PvP-система, и настолько ты быстро к ней получаешь доступ, что это просто кайф. Это просто невероятный кайф. И ты потом... Ты какой-то там 30 уровень из 65, и ты уже качаешься, и ты знаешь, что в любую секунду на карте, на которой ты находишься, придут чуваки и просто взъебнут тебя. Либо ты сам идешь к ним, либо ты в бездну прыгаешь, и там просто со всеми, просто толпа на толпу ебешься, и в воздухе, и на полу, блядь, и, господи, Айон, Айон как же был хорош. Не знаю, Айон прям, да. Ну и Тера хороша была на первых порах. Я прям мой. А Йон еще у меня... Это настолько давно было, что у меня был просто 4:3 монитор, когда Айон вышел. Я на Айон Legend играл за Асмана Ассасин. Я вот играл на Офе, но там проблема в том, что я учился в школе. Было пиздец, как мало денег у меня. Ну и в целом у меня вот... В целом было денег у нас мало. А подписка стоила 280 или 250, что ли, рублей. А это основательно было. И я просто скипнул и там подписался на месяц, по-моему. Поиграл-поиграл и... У нас был клан, назывался «Сумерки», про Twilight, вот получается. И меня взяли в клан... А потом я зашел на сайт, и там, короче, юкозовский сайт был. Пиздец, челы. Я вам... Вы, блядь, я... Дай бог он есть. Просто юкозовские сайты не умирают. Он есть! Чуваки, он есть! Ебать, Айон. За долгое непосещение более месяца из Легиона были удалены Гримджоу, Мисаки, Романа, Эмма, Хайвер. 28.01.2010 года. 12 лет с половиной назад. О нет, меня выкинули из клана все-таки. Ну да, я как раз-таки где-то... Кайф. Устав. Легат, легат, глава клана, но это все по Айону. Жесть, у тебя ник старый. Так он еще раньше даже появился, чем вот это все. Вступление в Легион. Бля, юкозовские сайты, чем хороши, они просто, они вечно живут. Они просто живут вечно. Форум. Беседка флудильная. Моменты игры. Я помню. Короче, там блять. 14-12-2009. В игре очень много интересного и странного. По ходу игры я попытаюсь это разоблачить. Первое, что отличает Айон от всех остальных игр, это то, что на ОБТ даже NPC становится донатами. Там, короче, NPC был донат. Здесь скриншот был донат с его именем. Я помню это было 2009 год. Я это помню, блядь. Челы.
А у кого-то сообщения с картинками сохранились. А я отвалился почему-то. Гримджоу. Чел, я даже ники помню. Супер, Пенс, да не вопрос. Напиши им, пусть обратно примут. Да я думаю, что если кто-то жив остался, творчество. Я же рисовал, по-любому в рисунки какие-то выкладывал. Бля, да. Я здесь, короче, был рисунок Гримджоу, я ему рисовал вот эту челюсть. У него же там вот эта костяная челюсть. Я рисовал ее, но она, блядь, здесь нет картинки. Если бы я сейчас увидел картинку, которую рисовал в 2009 году, челу, на форум, блядь, Сумерек Айона, я бы прямо сейчас просто бы взорвался нахуй. От просто всего. Офигеть. Офигеть. Заявка наступления. Может, моя заявка где-то здесь висит? Может, моя заявка здесь где-то висит? Ща хуею тогда. Так, хватит, ну, там... Ай, блядь, мускат. Зараза такая, а? Пиздюк вонючий. Не надо так делать. Он мне будку просто ест. Просто напиши ник, да, я так замечу. Тут не особо-то много, как видишь. Наверное, все-таки нету. Мускат будку просто портит. Блин. Здесь нету это. У меня вроде мне был хайвер. Келлен. Хомяк. Хао, заявка! Хавер Воин Гладиатор, время на 11. Андрей, 16 лет, город Саратов, бля. 16, челы. Мне в августе, блядь, будет 29. Через, блядь, после 2 недели. 16 лет. Господи. Микрофона нет, больше люблю слушать. God damn. Господи. Как твое имя, сержант? Это все сохранилось. Господи, я думал, тессеракет. Да, я тоже думал. Спасибо большое, что напомнили мне. Чуваки, я могу сказать следующее. Кто бы что ни говорил, ностальгия — это самое сильное чувство вообще, блядь, на земле. Нет ничего более разъебывающего, чем окунуться, блядь, в форум по Айону 2009 года и найти себя, точнее, и найти свое сообщение... Себя 16-летнего как-то в клан просился. Если я на это посмотрю лет там 45, я вообще, наверное, просто плакать буду сидеть. Ах, что за сервер хоть был? Ну, официальный сервер был. Я не помню, как называется он. Жесть. Да, модерку надо тебе вернуть. Хотя я предпочитаю тебя просто забанить. За прошлые заслуги.
А, я тебе так не пропишу ее. Мод юзерные. Маша, привет! Хочет в клан, Андрей, да, чуваки. Мы, конечно, немножко отвлеклись от РП, я все понимаю, но... И вот таких, из таких моментов складывается вообще игровой экспириенс. Игровой экспириенс. И вот я не знаю, какие вот триггеры будут теперь. Допустим, 2000 какой там был, 9-й год. Сейчас 2022, там 13, считай, лет назад. 13 лет назад, блядь. Это получается в 2035-м. Ну, возможно, мы будем смотреть старые клипы этого канала, если я буду еще жив, или будет этот канал жив. И как бы... Наверное, тоже с ностальгией посмотрим. Но ощущение... Ну, я сейчас... Себя чувствую уже самодостаточным, взрослым, плюс-минус человеком. Но когда тебе 16 лет, и ты смотришь просто на свои сообщения 16-летним, ну ты просто ребенок. Просто, блядь, ребенок. Это абсолютно другое, мне кажется. Когда ты смотришь на себя в 45 лет на 29-летнего, мне кажется, это не настолько уже... Шар, точно доброе дело. Шудар, спасибо за 130 рублей. Ребята, мастер. Подписаться не дают. Да, лови, спасибо так большое. Соболезную всем, кто любит ностальгию. А ты читал старые переписки ВК, первые типа? Ну, я не думаю, что на стриме этим будут заниматься. Но в какое-то время раньше, мы, по-моему, даже с Машей. Помнишь, Маш, мы с тобой вроде пересматривали, и ты еще рофлила над тем, как я общался раньше. Ты будешь играть в Dreadhunger в пятницу, да? Мы в 16 лет с тобой поднимали читерское восстание в Космо ММО. Да, точно. Столько всего было. Давайте мы переоденемся так, как любят якудзы. Потому что они постоянно меня дрочат за это. Поэтому мне нужен комплект одежды, связанный с... Вы поняли. Надеюсь, мы это быстро сделаем. Я не знаю. И это же не все. Дело в том, что до Айоны же ИПВ было. И мы сначала играли на официальном серваке, но не особо там что-то добились. Потом мы ушли на сервак. Как было? Мы играем на офе, медленно качаемся, и это самое это, тоси-боси. И я не помню, откуда узнал, что существуют рейты. Я начал гуглить, что фрифлоу? Не знаю. Это здесь играет, кстати, в заведении. Типа, что такое рейты в ММО? Я начал это гуглить, нашел какой-то серф, типа пиратский серф ПВ. Захожу, убиваю там росянку, и у меня сразу там 25 уровень. А я, блядь, на офе 25 уровень качал несколько дней. Я такой, ну что? Мы вот тоже с Кинез ТВ с другом туда прыгаем. И мы на этом серваке на пиратском времени провели больше, чем, по сути... Больше, чем на офе. Там столько всего было. Не в деньгах счастье. Спасибо большое, детектив Унаги Маки. Это правда ты или ты просто? Благодарю за стримы по РП. О. Посмотрел легендарного Хайва. Хочется посмотреть первые стримы с ним. Mm-hmm. Не нашли. Получил огромное удовольствие. Очень много смеялся. Ты супер чел. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое, очень приятно. Целую тебя. Зачем ты ливнул с Дискорда Орка? Я не ливнул. У меня сапка слетела. Или что? Нет, я в нем состою. Просто нихуя ничего не отображается. У него же Дискорд по сапкам, по каким-то там. И вот из-за этого, наверное... Где прошлый перс? Да он на серваке, который закрыт. Го Вайон как-нибудь. Сейчас есть олдовые серваки поностальгировать. Я думаю, надо сходить. Но я в том году пробегался по этим самым. По тоже Perfect World. Айон там был, Тера там была. У нас была неделя MMORPG старых. То есть в этом плане... Ну, можно повторить.
Но в Теру уже нельзя прыгнуть, только на пиратский серф, учитывая то, что Тера, к сожалению, все. Ее больше не будет. Она официально закрыта. Дискорд по сабкам, ох уж это торг. А вот у Хайвера Дискорд без сабок пускает. Да он и у меня и мертвый почти. ПВ, если только 1.36. Ну, мы думали его тоже с Герой прыгнуть. Но я не знаю, больше, чем на один стрим тяжело там будет находиться. Надо понимать, что все-таки... Дух времени тем и хорош, что ты к нему прикасаешься на мгновение. И потом опять забываешь на много-много-много лет. Да есть рубашка, которая не торчит из ебучего пиджака. Нужна какая-то рубашка с драконом. Да если бы, блядь, так все было просто здесь, давно бы уже был в рубашке с драконом. Ну. И воротнички торчат. А, шея, что такое? Это кто это, блядь? Вот одеться здесь такой геморрой. Тебе бы перса чутка шире сделал. Да если бы в GTA так можно было. Понимаете, я же пляшу под движок. Если бы можно было full custom сделать, то, конечно, я бы более похожим персонажа сделал или еще что-то. Но это же, блядь, невозможно. Это же GTA. Вот GTA 6 выйдет. А я удалил уже, кстати, оказывается, гер. Но надо заново скачать. Короче, ребята, по поводу, если касаемо ММО, у меня есть ощущение, что этот жанр после успешных в свое время проектов, которые скатывались, умирали и так далее и тому подобное, после всех этих теплых чувств, жанр ММО-РПГ, скорее всего, никогда не встанет с колен, то есть ничего не выйдет, что, во-первых, уже не так уж и модно ММО-РПГ. И я думаю, что по поводу RDR RP спрашивали. RDR RP не будет. Это, ну, может, не так. RDR RP будет, но, возможно, просто ваншотом каким-нибудь. Порекламиваю сообщество с картинами. Мне немного осталось до 1.5K. Да ты, блядь, сама его можешь порекламить. Ты сидишь там, мне сворачиваться надо, искать, блядь. Ты модератор, на правах модератора сама сделай. Донаты тебе все мои отдай, сообщество мое по рекламе, ебать. Во, спасибо большое. Картины, во. Вот, видишь как. Даже команда есть для тебя, а ты не знаешь, как модератор. Между прочим, в свой список записываю минусов твоих. Спасибо, я заплачу за рекламу. Ладно, брось. Не стоит. Ну, немножко. Сильно, да, бросается? Просто так меня, по сути... Вот этот треугольничек, я не смогу убрать его. Кто не подписан, тот керамическое изделие. А старые стримы будешь выкладывать у Нагимаки? Так у меня все они на... Благодаря Фир Рус, который выше тебя написал, благодаря ему все эти стримы лежат на YouTube-канале. Он в описании... Ну, не в описании, он прикреплен в ссылках. Очки нужны 100%, рубашка не подходит. Рубашка подходит. Просто надо... Руки правильные поставить. Вот руки, которые... Блядь. Руки, которые закрывают грудь нормально, они торчат. Ну, вообще, Ханза, по сути, и славится тем, что у него сосок торчит. Может быть, и... Ну, блядь, меня за это забанить здесь нельзя. Лерит Айбот работает неплохо, кстати. Легкая эротика. Скажите. Но это просто непостижимо, нахуй.
Коничева, Харлитян. Коничева, Харлитян. Коничева. А мне как тебя назвать? Называй меня либо Ханза, либо Огненный Дракон. А тебя нужно? Ханзе Тян. Коничева. Не, тогда Ханзе Кун. Ханзе Кун. Коничева. Коничева, Харли, что случилось? Да, просто, что делаешь? А, не, Ханза-сан, то есть я перепутал. Давай Ханза-сан. Ханза-сан. Хорошо, Ханза. А мы, знаете, буду называть просто братик Хан. Тогда Они-тян называй меня. Они-тян. Да, хорошо. Вот так. Что делаешь? Я сейчас переодеваюсь. А потом что будешь делать? Не знаешь, сегодня будет работать Багама? Багама работает каждый день, а вот по поводу мероприятий мне нужно уточнить. Ладненько, я тогда... И напоследок сделай уву, пожалуйста. Мне очень нравится, на самом деле. Да нет, доверюсь. Со, сделай уву, я прошу тебя. Иуи. И все? Ну, я не очень хочу стараться, я стесняюсь. Ну ладно, еще как-нибудь увидимся, сделаем. Хорошо. Звони в любое время. Да, ты тоже звони, если сегодня что-то будет. Хорошо, Рюкай. Давай. Сынара! Я лучше и вив делаю, ну блять. Кто спорит? Блин. О, нет! Челы. Если я убираю телефон, у меня пропадает мышка. Мне теперь с телефоном придется это все тыкать. Господи всемогущий. Не, рубашка 100% это. Мне нравится как... О! О! Блять! Ну блин, ну... Да господи, боже мой! Блять, когда там GTA 6 выйдет? А почему рубаха-то белая? А как и должна быть? Рубаха не должна быть белая? Бля, мои носят полностью черная, сука. А есть такая же рубашка? Водолазка. Есть такая же рубашка, только черная. Потому что у того цвета нет. У той цвета, ну, черного нету. Ну да, по сути. Ну вот это относительно темно. Водолазка под горло? Думаете, водолазку под горло надо надеть под пиджак? Вы что, стиляги такие, оказывается, у нас? Водолазку под горло хотите? На всякий случай 110. Красную рубашку, Гу? Ну что это, блядь? Пацаны с Якудзы не поймут, реально. Как он между пальцами телефон держит. Рубашка лучше. Да, блядь, видишь, как не получается, ненормально ничего сделать. В целом. Выглядишь, как будто собрался презентовать палё на iPhone. Ну так, по сути, и есть. Вот он у меня, кстати. Вот, пожалуйста. Никакой моноброви! Ты теперь не якудза, а теперь недооцененный художник. Кто? У Ханза голова здоровая, а тело маленькое какое-то. Ну уж это, блядь, точно не в моей компетенции. Привет, подскажи, пожалуйста, собираю железо себе. Какой у тебя примерно FPS в играх? А в цифрах? В цифрах. В цифрах. Во всех играх? От 60 до бесконечности.
Короче, вам не нравится, блядь... Знаешь, будет рубашка. Ты уже заебался под... Ну, сосок видно. Нам не нравится поздний онлайн. Что? Кто? Я не хочу галстук вешать из-за того, что только у меня треугольник ебучий закрыть в груди. Да это лучше было. Да мне тоже, кстати, нравится больше. Давайте водолазку поставим. Как там она была? Ну, хуй с ней. Буду Ханза, который продает айфоны. Потому что я уже... Мне тоже доебала херня с руками. Совершенно невыносимо. Ну нет, блядь, тут нормальных рук для такого разреза у рубашки. И она еще и сама по себе серая, а не черная. Ну и к черту. Я не хочу провести весь стрим, блядь, в гардеробе. О боже, нет. Как бы... Чуть узкие брюки, чуть типа того. Это не подходит по цвету. Где они, блядь, берут эти узкие брюки, чертовы? Вот это кто? А почему они в полоску-то стали? Ну, они разные. Это еще джинсы, что ли? А не брюки. Господь всемогущий, ежесильный небеси, блин. 36 я запомню. Вот это брюки. Ну вот, наверное, вот эти. Почти как стрим настроек. Не-не, сейчас мы по-быстрому. А, ну и туфли. И очки должны быть. Такое лицо у него. Многозадачное. Норм там топорщица. Что? Блять. Кто топорщица? А, ты про ты про пенис? Ну правильно. Все как должно быть. Я бы и сам так ходил с удовольствием. Но в основном у меня свободные штаны. А, одни есть несвободные. Но там это уже ничего не умещается, потому что я отъелся. Водолазка просвечивается при повороте головы. Я знаю. Хочу ли я обращать на это внимание? Нет. А если что-то тонкое и типа, как у этого Голдблюма? Блять, ну не такое же. Сейчас я покажу, о чем речь. Голдблюм. А, у него 1 000 000 очков. Забейте. У Голдблюма 1 000 000 очков. Но я имел в виду каноничные очки из парка юрского периода. Вот такие. Типа тонкие, понимаете? Потому что... Подходит под... О! Док черные! А почему не солнцезащитные?
Теперь точно айфоны продавать буду. Это лицо. Это руки поднимаешь. Сейчас он успокоится. Остепенится немножко. Такимура, кстати, очень крутой. Я бы, блин, с удовольствием выглядел бы как в реальной жизни, как Такимура в игре. Маленькие, круглые, такого здесь не будет. Хотя попробуем. Очки 32. Боюсь, 32. О! 32 самые цивильные. Ну да, наверное, так. Сделай ветровку другого цвета. Ветровку? Ветровку? Я должен, во-первых, быть весь в черном. Это для начала. Даже вот этот белый платочек уже не подходит. Заплатить $11? Да. А, доебали. С внешкой. Якудзи. Вот так у меня комплект называется. Перчатки без выреза, ну не знаю. Давай с вырезом. Платок у якудзи должен быть. Что? Так я же на мотоцикле. Вы вообще помните, что у меня за транспортное средство? А что с комплектом наследник? Он не подходит? Нет, мою татуировку видно. И типа что? Точнее, не подходит. Но, возможно, черный аутфит придает какой-то серьезности дополнительной. А кто пшикнул? Это же NPC. NPC на меня пшикнул? Тебе нужен пистолет с глушителем и УЗИ. Ну да. Где здесь вообще, кстати, стоянка? Не дай бог. Не дай бог, она здесь. Она здесь? Не можешь, здесь нет стоянки! Очки слабые получились, но это лучшее из всего, что могло быть. О, они даже как у кошки глаза горят. Давайте посмотрим, кто у нас вообще в сети есть. Марс, Барбара, Харли, Хайшса. Ну, в принципе, надо Марсу звонить. Но для этого мне нужно... У замечательного клуба преступной организации нет гаража своего. Может, сзади здание не обозначено? Пробежимся немножко, чтобы так сказать. Как же Бора-Бора? Ну, позвоним тоже. Боюсь, Чач. Боюсь. Дожидалось Бора-Борой, да, и с Марсом ожидалось. У меня, блядь, много чего ожидалось. Я же не могу все одновременно сделать, правильно? Мне так пиздошить вон куда. Заказывай такси. Много чего ожидалось, я согласен. Дойдем сейчас. В теньке. Гараж ровно через дорогу от главного входа Багамы. На карте не отмечен. Спасибо большое, Таублейд. Потому что я так и думал, что, ну, должно быть что-то. О! О, я сильно извиняюсь перед вами, мадам. Прошу прощения. Сама, блядь, запутался в ногах, нахуй, своих. Еще я виноват ей. Так, погоди. Мне надо на мушку переназначить букву «Н». Шпрот в этом штате патрулирует? Не, не в этом. Он сдал на полицейского? В итоге. Напротив. Багамы. Понял, что там. Господи. А сколько на это ушло времени?
Мне просто интересно, насколько они... Насколько это сильно душится. Не там, а напротив главного... А, прям напротив главного. Две недели реальных. Пиздец. Я за две недели создаю и закрываю персонажа, чтобы вы понимали. А на Amazing за две недели только, блядь... Да, у меня есть, но я музыку не скачал, к сожалению. Я забыл уже. У меня была эта мысль, но я забыл про эту, блядь, идею. И сервер заодно закрываешь. Да, так получилось. Вот главный вход богам мамы. Напротив дороги. Ой, напротив главного. Слева был гараж, ты пробежал. А, вон! Господи. Вот это? Пиздануться можно. Теперь справа. Ну да. Ну вот это я правильно понял? Хуй просышь. What's up, господин Марс? Ну, чё там, две, уже три, наверное, да, блядь? Не в деньгах счастье. Секунду. А знаешь в чём? Спасибо большое. Радость. Помни об этом. Да-да, я ему передам. В общем, Марс. Три солнца уже прошло, а ты все не звонишь и не звонишь, а я уже соскучился. Уже три солнца прошло? Да, уже три, мэн, чувак, ты чё, вообще за временем не следишь или чё нахер? Ты чё, обдалбываешься постоянно, чувак? Я не употребляю свой товар. Ну, так как... Но я привез кое-что из самой Японии, там я и был. Короче, мэн, давай сделаем так с тобой. Я сейчас закончу свои дела. Да. Наберу тебе, мы с тобой пересечемся и все обсудим. Явно не по телефону, чувак. Разумеется. Со мной нахуй федералов, блядь, и так нахуй пачками катаются, ебать. Потому что мой ведь один зеленый кавалькей, кстати, верно? Верно. А поэтому их, блядь, за мной ездит тут столько, что просто ебанешься, мэн. Короче, давай, освобожусь, наберу, пересечемся. Ага, обсудим. Давай, слышишь, на расслабоне, на чили, на кайфе, я вот тусуйся там, вся хуйня, наберу. Хорошо, peace out. Давай, peace out, давай, ага. Так, с Марсом, значит, потом, надо Барбаре теперь. Блять, инвалидное кресло до сих пор в моем сердечке отзывается. Так я же подстраиваюсь под его... В том-то и хуйня. Я же подстраиваюсь под его компанию, это моя миссия. Коничива, Хаяши-сан. Коничива, наконец-то я до тебя дозвонился. Да, я был занят делом, которое вы мне поручили. В ресторан давай бегом. Да. Я же этот самый, под прикрытием буду у них. Жаль, ресторан не отмечен тоже. Может, узнаешь инфу про клуб? Какую инфу про клуб? Не, Злат Альянс, так не делаю. Как на твоем серве поиграть? А восклицательный знак серф, и там, собственно говоря, все, ну, там в Дискорде в основном вся инфа. Я буду твоим подаваном. Жесть. Там, кстати... Предлагали этому... И Вики писали... В чате. Не хочешь зайти на сервак и Гензи отыгрывать? Он посмеялся. Чё посмеялся, блядь? Это надо делать. Так и непонятно. Режиссер найти теперь. Да, блядь, мне что только не надо сделать. У меня здесь не было три дня. Это модовый мотоцикл, я понятия не имею. Какой-то мотоцикл. Я не знаю, есть ли он в GTA-шке. И вообще, в GTA-шку-то, по сути, толком там прошел 15% сюжетку. И я вообще ничего про эту игру не знаю. Я даже карту, блядь, не знаю. Все, что я играл в GTA, это блядь, было РП. В саму в компанию я вообще там носа даже не засовывал почти.
ограбил какую-то ювелирку, это была последняя миссия. Но я так понимаю, что она чуть ли не в самом начале всей заварухи, поэтому как бы... Вот бы кто отыграл потерянного брата Хайва с плохим акцентом. Блин, Мэл, сейчас я доеду до места и дам тебе випку. Просто, если сейчас я просто остановлюсь, хотя, блядь, хуели, я не могу просто взять здесь остановиться и залезть в телефон. Словно я важный воротила. Так, сейчас. По-моему, ты, Мэл, недавно випку получал. Дай когда-нибудь. Я лучше тебе сразу дам, потому что я знаю, блядь, что потом забуду... Потом рейд тебе скину вместо випки, как я делал пару раз уже. Ну и Кози нашел персохайвер. Нашел, Свич, быстро ссылку. Мой гладиатор с офигенным причесоном. 4:3 формат скриншота должен быть. Я помню, я загружал. Космо ингейм. Блин, какие же вы все виперы. Ну ладно, сделаем. Кто я, чтобы вам... запрещать випку получать, правильно? Тем более за 50 тысяч пуков. Ты чай, он, секунду. Я в телефон залез. Пизда, челы, сюда. 2009 год, мой гладиатор, вы посмотрите. Формально говоря, это аллюзия на Джима Керри из фильма это... Эйс Вентура. Я когда увидел там эту прическу, я просто в нее влюбился. Это же просто один из моих любимых фильмов был в детстве. По-моему, ну вот он, вот он. Да жалко здесь FPS не написано. Там, скорее всего, цифры 0 примерно. Вот, вот это 11 уровень. Я еще не в клане даже был. О, боже. 2009 год. Как же хорошо было. А Йон после ПВ был таким откровением. Ну, в смысле, насколько он был... Куда их-то? А, насколько он был, типа, next level'ом. Такое ощущение, знаете, вот уже давно в играх заметили, понятие next gen вообще пропало. Когда последний next gen вообще выходил? Все игры, они как бы уже не удивляют, потому что люди... Люди как бы подпривыкли уже к... Боже, блин... Люди уже подпривыкли. Что? Ебучие штрафы. Вот это я вообще не могу не простить никому. М. А где ресторан? Но он здесь был. А, здесь он был? 61-83. Я про это и толкую. Я про это и толкую. Через лет 5-7 следующий Next Gen будет. Блять! Мне очень жаль, господин дорожный знак. Ты создан, чтобы собирать штрафы, Сан. Пиздец. 72, да похрену. Я пока эти 80 поймаю. Half-Life, Алекс, да чё там Next Gen? Ну да, это VR-игра. Ну где там Next Gen? Next Gen это что-то вообще, ну... Типа вне объяснений, ни на что не похоже. А это просто обычная VR-игра. По мне. Я сколько смотрел записи видосов и стримов по Half-Life и вот от Эликс. Так, ну, просто. Хоть чтобы новую технологию в игре в первый прием. Вот, кстати, Matrix Awakening, вот это вот. Это я готов назвать Next Gen, но это просто обычная демка. И будет ли игра, никто до сих пор не знает. RDR 2. Да тоже не Next Gen. Глупышка, надо в игры играть, а не смотреть. Это справедливо. RDR красиво, но нет, ну да. Красиво, но нет. Киберпанк. Неплохо было.
Бля, блядь, куда я тыкнул? Приветствую, Хайсен. Шамад. Да! Почему я тебя должен все время искать? Я не могу понять. Хайсен, я переодевался дольше, чем... Почему я тебя поднял? Кусота! Чего ты разлегся? Вставай! У нас куча дел. Значит, что у тебя с Марсом? Мы с ним сегодня увидимся, мы уже почти договорились. Он какие-то дела делает и должен перезвонить. Хорошо. Шинер-тенсей? Вот. О! Это первая партия, которую ты мне продашь минимум по 2, максимум по 3000. Это твой разгон для торговли. По 3000. Это хрень. Уходит на улицах. Должна уходить. Рюкай. Ее в этом городе нет вообще. Эта хрень наша с Японией. Ага. Меньше 2000 за штуку ты не должен получить. Дальше. Когда будешь производить сделку, найди, где живет или чаще всего обитает этот Марс. Я примерно представляю. Возможно, хотя сомневаюсь, что у тебя получится узнать о его родственниках. Но тем не менее. Я тебе отправил номер телефона. Когда этот телефон появится в сети, это наш партнер. Скинем координаты места обитания Марса. Завтра у них должны быть координаты. Ага. Напиши с приветом от Хаяси. Они все поймут. Рюкай. Отлично. Прямо сейчас. Поедем еще на одну встречу. Костюмчик, конечно, у тебя, будто ты американец. Так вот, поедем еще на одну встречу. Что? Могу я вас попросить, Хайсен? Хэ. Если у вас будет свободная минута, может, вы мне устроите, так сказать, как говорят в Америке, модный приговор? Потому что, как бы я ни пытался соответствовать внешнему виду, который вас интересует, у меня никак не получается. Мне проще кому-то голову отрезать. Шимада, выгляди просто достойно. Уже лучше в любом случае. Блять, да что еще надеть-то мне надо, ёбаный урод, нахуй. Коничива. Коничива. Шимада, ты что, спину простудил? Коничива. Выглядит еще лучше, Шимада. Аригато. Наверное, когда-нибудь ты будешь выглядеть совсем хорошо. По крайней мере, я в это верю. Ну, мне голову завтра отверну. Так я не выебусь. Так я сам. Мы готовы выезжать. Машина готова? Ай, машина готова. Возможно, придется только Такеши дождаться. Мне кажется, это специально будет. Да, 100%. Но я... Это для персонажа подходит, потому что он занимал пост, ему пришлось от всего отказаться, и теперь он начинает с нуля, как, по сути, просто прихвостень якудзы. По сути, со дна, где его родословная, ничего не работает, и 5-10. Поэтому для истории это даже интереснее. Садись за руль, Такеши. О, Такеши, Шимада, садись за руль. Рюкай.
Я сел. Плохая концовка. Как там? Большие города, да-да-да-да-да. Пустые поезда. Он не сошел с ума. Все начинать сначала. Полковнику никто не пишет. Дю-дю. А что я могу? Я без сознания. Дю. Полковника никто не ждет. Черная вдова 20, кокаин 1. Как неловко, что у меня с собой все это есть. Но это не РП смерть, пока я не захочу этого. Ты мог вышить от Академии, мне кажется, хана. Учитывая, что ее на улице расстреляли, а меня в машине. Низкопрофильные диски делают вид машине. Главное, чтобы сейчас мы с вами большую часть времени не сидели в ожидании воскрешения. Соболезную твоим следующим 2 часам стрима, Хайм. А я как раз-таки сегодня планировал чуть-чуть. Так я сел в машину и началась стрельба. И уже там, типа, не... Я механически потерял ХП быстрее, чем осознал происходящее. Так что... Типа, у тебя глаза нет, носи повязку. Пипец, ты будешь бэдэс. Слушайте, кстати, повязку. Но это Ханс, Ханза не вяжется. Это скорее Генди. Хотя у него тоже оба глаза на месте. Надо создать нового персонажа Генди и начать мстить. Хисаям пропиши, прикинь. Может, это по задумке было, но 100% не рандомно, конечно. Блэк Борщ. ДВРП, если ты все красиво делаешь, можешь хоть что отыгрывать. В рамках правил сервера тебя никто не остановит. Где-то просто это более уместно будет, где-то не особо уместно. Это из-за Марса, может быть. Такеда стримит. В чате написала, что есть стрим снайпера. Да! Ну... Ну ладно, будем отыгрывать это, что поделать. Но это... Я просто посмотрю, кто это. Марс. Эй, эй, надо ли? Эй,
молния! Сюда нахуй! Это телефонный звонок. Может, кто-нибудь стажеров эту вот? Мы сейчас потихоньку в Японию нас будут отталкивать. Надо поставить тысячу глаз. Пешком, блядь, добежать. Копы не выкупают? Пока я вытащу с машины. У меня плохие новости для вас. Ну. Похоже, мы... Пульса нету? Таро Такеда, РП Смерть. Ну, коронеров тогда закрою. Да, все, подъехали. Парамедик сейчас осмотрит, может, получится. Отыграй автоответчик, это уже было. Господи, боже мой. Наида, она такая молодая. Такеда Рип. Вот один, вот трой. Ёбаный сыр. Так, сестер, обеспечь пока что безопасность. Ведь она могла стать кому-то мать. Или она, наверное, уже мать. Подожди, что еще делать, сыр вроде бы? Сыр, вот вам не жал? А, там смотреть все. Окей, окей, есть что доложить. Это вам не жал? Эта женщина могла стать будущей матью. Так, давай за мной, Филипп. Посмотрим, что здесь сверху. Давайте, сэр. Он съебался просто? А, дети, умоляю, у этого... Как его называют? 8 было, блять, у 50 Cent. Ничего, выжил? Нет. Нет. Я не смотрю постоянно, знаешь. Камерой. Камерой, да? Я перевязал что-то позади меня, чтобы его оперировать. Бинт есть? Да, да, да. На девушку. У вас прострел на плечо и перелом правой руки от пулевого ранения. Тебя убили? Сейчас посмотрим. Мама! Меня фура убила! Вы сопровождать будете? Сейчас в больницу придется. Так, сейчас аккуратно притащу человека на силу. Химически приехал, или чё? Парни дикие. Yeah.
У него пульс слабый. Да, да, ну, его в больницу надо доставить. Да, надо бы. Вы сначала стабилизируйте его пульс у себя в автомобиле. Но вы ходите по моему лицу. Если это будет смерть, то самое кочевое. Давайте на каталку его перетаскиваю. А как, блядь, и должен? Я смог это сделать. Грузите в машину. Да-на-ни-на-на-на-на-на-на-на-на. А, ебать. Перетаскиваю. Блять. Все нормально. Помогите с той стороны, подберите. О боже, блять. Что происходит нахуй? Как это, блядь? Давайте. 3, 2, 1. Как? Нажми Е, и что? Давай. Все отлично. Блядь, не... Да, блядь. Пиздос. Я пока догадаюсь, как это работает. Для машин перевернули еще до кучи. Я... Нихуя подобного. Вот там наверху. Уже все. Токио... Дри... Текст. Что здесь произошло? Я в больницу. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see anything in a minute, then you know you have to go fast and furious. А это... Hey, hey, это дрифт. Дрифт, дрифт. Fast and furious. Ocean 7, Ocean 6. Дрифт, дрифт. Wonder if you know how they live in Tokyo. If you see anything in a minute, then you know you have to go. Я чё, блядь, вы думаете, я придумаю, что ли? Хуя подобного. Все отсюда. I wonder if you know how they live in Tokyo. Это ж, блядь. А то еще усомнитесь. Стоило тебе одеться, как они хотели, и что вышло по итогу. Не говори. Маша, меня фура убила. Меня застрелили. Мы с пациентом. Самого Шимаду. Но я то, что иду, это просто... А почему он не хочет отыграть анимацию, что несет меня? Подняться. Нас расстреляли в машине с Такедой, она умерла. Такеда это главная у нас была. Блять, он еще наверх, что ли, собрался? Теперь Вадя, это как со. Да, в операционной. Но если я не хотел короткий стрим, так и получится. Меня просто сейчас перебинтуют, я буду лежать. У меня сломана так, правая рука, пулевые ранения и вообще. На стол. Так, медсестра, займитесь этим, пожалуйста. Я сейчас... На нахуй! Опс! Случайно. Извините. Да, блядь, на Е нажимаю, не работает. Не работает. Поебать. Я песню учу этот самый, как называется? Я слышу. Будем вместе петь? Давай. Вот. А, в смысле, серьезно, со словами? Конечно. I wonder if you know. Я не могу так. Да, ну, блядь. Можно просто дурачиться, давай. Как обычно? I wonder if you know how it didn't appear. If you see it, then you mean it, then you know you have to go fast and furious. Drift,
Drift, Drift. Fast and Furious! Drift! Ой, шесть, зайдите в первый, пожалуйста. Осматривает пулевые человека. Все хуево. I wanna, you know. Разденься? Хуяли, я мертвый почти. Пускай меня раздевают. Так, да. Пускай меня раздевают сами. Человек после бездумия, сестер будет уже без одежды. 9 пулевых примерно насчитала ваше, что на правой половине грудной клетки, мои, что слева. Ну, потом это... Я сейчас просто начну с анимации, что я встаю и снимаю вещи. Мистер доктор, вы хотите на помощь? Да нас расстреляли, и так и убили. Я хотел предупредить то, что... Мне сейчас сообщили из администрации этого пациента. Если вы предъявите пулевых, его спасете. Перевести VIP-палату, она уже оплачена. Окей, без проблем. Лично доложите мне, я буду в кабинете. Шимада никогда этого не забудет. Випалату? Это что? Кот! Пиздюк мелкий. Мышку у меня утаскивал, у меня мышка. И он схватился за провод. Сейчас вот мышка. Он схватил за провод, смотри. И она постепенно уезжает у меня за стол. Сучонок мелкий. Короче, те, кто прошли плохо с ними, те, что в нем, вытащить надо. А я не знаю, в чем конфликт пока. У меня не было здесь 3 дня. Так. Я появился, меня застрелили к черту. Ну, давай смотреть теперь. А, его же просто... I wanna feel, I believe in Tokyo. Что... Теперь надо придумать, куда можно спрятать наркотики и винтовку в VIP-палате. Ты планируешь умирать? Нет. Это... Не пой. I wonder if you know how I live in the key. Это столько РП я потеряю, если я просто умру. Вы вдумайтесь. Какие органы будут задеты? Все нахуй. Давай, селезенку нахуй. Да. Селезенка. Как у нас? И легкие. Нет, да. Прости за выражение, но, блядь, это живое мясо. Селезенка? Давай селезенку нахуй. Ну, сука, долго ли живое? Да у меня было... Я отыграл 9 пулевых ранений. Пеннис отбили вообще-то они. Да, пеннис меня ударили. Что же еще? Так. Мистер Моро, у меня не было такого опыта в моей практике. А, селезенка? Но мне что-то не нравятся показатели. Что будем с этим делать? Перелом надо? Что? Делать живых оставить надо. Так. Так, сори, давай. Удалять ее. Селезенку? Да. Угу. Да похуй, я напишу им, чтобы они знали, что отыгрывать. Так, мы пока... Позвольте, я позову нашего главврача. Я уже за 2 строчки выучил. If you see anything and mean it, then you know you have to go. Thousand theories. Первые две строчки я знаю. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. What if you know how I live in Tokyo? If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Все что написали? В области грудной клетки какие ранения? 2 пулевых. Погнали. Я позвала главврача, потому что он более компетентный хирург, чем я, и вы тем более. Короче. Так что будем... В машине, навскидку, миллиард, блять.
против? Пулевых ранений. Ну, у машин. Значит, у меня хотя бы 9 должно быть. Точнее, наоборот. Куда угодила вторая? Вторая пуля! А куда еще 8 угодила? Вы чё, не... Смотрю, у него в грудную клетку угодило 2 пули, одна в селезенку, вторая не... Не могу понять, пока что зацепила. Но, видимо, она в легкое. Зная, что... Поехали. Так. Угу, пробита легкая. Легкая я сейчас устанавливаю, тогда... 50 Cent отыгрываешь? Кровец. Пробита верхняя или нижняя часть легкого? О, чел, давай будет пробита любая часть легкого, которая позволит мне сегодня не сидеть на стриме 8 часов. А, пробита верхняя или нижняя? Нижняя. Не, смотри, если зацепила... Ближе к селезенке, чтобы далеко не лазить. Да, у него ему будет... дышать тяжелее, но он будет... Я написал уже, что, блядь, в руку. Вроде нижний. Так, смотри. Слушайте, я все, делаю... конечно, понимаю, но я давайте делаю... просто надрез, не будем вот это устраивать. Напиши шлаешь. Им то, что, что это самое, как ты вообще, блядь, попробовать решил в РП. Напиши им то, какая у тебя дикторская ставка. Напиши им то, блядь, какой... цвет волос ты у девушек предпочитаешь. Давайте без этой хуйни. Так давай быстро... Напиши им, какой у тебя стул. Интенсивный. Так. Wonder if you know how I'm leaving Tokyo. Dix Racer. Sora, One Love. Расскажи предысторию, предрастрел. Ну что было? Я зашел на сервер. В грудной как клетке была пробита селезенка легкая в нижней части. Селезенка что делали? Со селезенкой еще ничего. Иванант, чуть попозже, да? Хочу, не пой. Пробитую часть отрезала. Хорошо. А, так, давайте посмотрим селезенку. Сестра, пожалуйста, смейте, расширите кровосос, подготовьте. А, так, надо было утро, что машина пуль непробиваемая. Отключился ты от шока. У меня кот орёт. Зашел на сервер, что дальше? Лег на немножко отдохнуть с 9 пулевыми ранениями в область моей жизни, блядь. Отлично. Получается, I need healing. Так, давайте посмотрим. Да. Угу. Спой врачам, пока они тебя штопают. Я без сознания. Попробуем определить. Сколько в теории по РП ты не РП? Что? Сколько в теории по РП ты не РП? Тебе хоть за это миску риса дадут? Рису миса... Риску миса дадут. Сколько процентов селезенки повреждено? Я ебу, что ли, блядь, ты врач, нахуй! Просто человек попадает в аварию. Так. Алло. Эй, а сколько у тебя процентов повреждено, Лёг? Это селезенки. Джессика, возьмите, пожалуйста, образец. Блядь, я не знаю, блядь, 15. Нам нужно будет ебу просто. Пару пакетов крови. Да, чё я должен, блядь, знать это вообще? Смотрите, мистер Вайс, селезенка повреждена... Ну, больше, да, чем хотел. Абсолютно больше. Потому что хотелось бы ноль. И любое, ага, любое, да, что да, от 1% до 100%, помню, это уже больше, чем хотелось бы. Сотворение Адама Дженсона. Как там было? Я никогда этого не просил. Но некоторые врачи стараются восстановить орган. Херово они играют очень. Частично. We have what we have, как говорится. Охренеть, сегодня Карна зашла в клинику, ноль медперсонал, тут стреляли в тебя, вся больница собралась. Ты что, элит? Конечно, посмотри, я же Хан Шимада. Селезенка переоценена, пусть удаляет. Точно, у меня у бати нет селезенки, например. Ага, Джессика, да, все, спасибо. Джессика, успейте, пожалуйста. Точно, доброе дело. Спасибо, просто нуб 94 за 200 рублей. За такое потрясное исполнение грех не задонатить. Спасибо. Вот я тоже так думаю, спасибо тебе большое. Коллеги, мне кажется, что легче сдохнуть, чем терпеть душку. Я думаю, что Хаяси-сан станет главой картеля, и мы будем разбираться в делах. Это такая ветка РПшная. Но... Джессика, подготовьте на всякий случай еще кровозаменителя. Я не знаю, учитывая то, что Такеда очень сильный персонаж, по сути, от него много зависит, насколько ей вообще хотелось
РП-смерть получать, поскольку... Но она же заморачивалась со всем вот этим вот. Не так уж и много и поиграла, кстати. А на сколько играет Такеда? Ну, недолго же, да? И как бы, блядь... Спасибо большое, Xbox Play. На связи. Он рядом с вами находится. Так, дайте его. Процентов потеряно достаточно, чтобы шамада выжить. Сестра, кроватьсус, пожалуйста. Угу. Я не знаю, Сабантуи. У них Крокс и Лол. Кста, да. Угу. Прикольно. Промойте, пожалуйста, рану. Так он смотрит на свою руку. Лежит. Так давайте обработаем. Как на Юрика, блядь. А у человека спрашивают перед РП-смерть, согласен ли понять с ними. У меня РП-смерть была... А, последняя РП-смерть, меня нихуя никто не спросил. Это был этот... РДРРП, где я Ведьмака отыгрывал. Меня не спрашивали там, меня просто ёбнули. Но я и не против был, потому что, блядь, я уже, ну, ок. Это просто был последний стрим сезона, и хуй с ним, типа. Да, было бы очень, кстати. Крутая так, поза для операции. Помочь? Да, то, что думаю. Тебя. Меня просто пережали сухожилия, очевидно, и рука вот. Я предполагаю, кто расстрелял, но это мета будет. Да я прекрасно знаю, кто расстрелял. Да, можно в другой повязке. Можно я прекрасно знаю, кто это. Пластырь, потом сверху повязка. Ну да, конечно. Что с Такедой, РП смерти? Рыбен, здорово! Да, операция по спасению дракона, это вам, блядь, не сопли вылечить. Не Марс, не. Ну это тоже просто... Не, это кенты Бора-Бора-Бора получается. Но это по мета-инфе, конечно же. Я-то не знаю этого. Для меня Бора-Бора подруга. Когда инфузию проведут, стабилизируют состояние, потом... Я вот думаю, какие последствия нужно отыграть после этого всего, потому что миллиард крови потеряно, пулевые всякие там... Короче... Это, наверное, итальянцы были, очевидно, но мы-то по игре, мы это не знаем. По игре нас просто ёбнули. По... Здорово, секси-ведьмак. Блин. Привет. Получается, им для трансплантации теперь еще одного дракона надо искать. Ну хорошо, что отыгрывает частичную шизофрению и импотенцию. Пиздец, так это же не игра будет. Суть в том, что ты персонажа играешь, который с твоей реальной жизнью никак не связан. А если я буду отыгрывать шизофрению, частичную импотенцию, то, блядь, я могу и внешку тогда свою просто сделать и ходить. Типа диктором на работу с ВРП. Короче, ничего было, нечего было, три дня отсутствовать. Они успели план разработать. О, нет. Только не это. Забей. Да, тебя в полиции твои же зарежут, так что Такеду... За то, что Такеду не спас. Отметить то, что им интересуется полиция, поэтому... Отыграть потом Мисс Самурайскую. У меня, кстати, по механике всегда проблемы возникают, охрану, потому что... Я вот помню, я играл на Amazing, я был в этом самом... Заходил. Как его называют? В банде? Я еще афроамериканца отыгрывал. Вот. И я мимо стрелял, знаешь, что типа подыгрывал. Когда была погоня, я с этими был у нас. С Вагасами или с кем-то. У нас была затыка. Я мимо них стрелял. Типа, чтобы просто был звук, и чтобы понятно, что в их сторону стрельба была. Но я стрелял мимо, типа подыгровка. А они тут же меня нахуй просто изрешетили. Просто все скинулись, блядь, и убили меня прямо в машине. Это не РП-смерть была. Я говорю про то, что
у меня по механике всегда плохо, потому что я стараюсь подыгрывать в таких ситуациях. Скоро подойдем. А тут, блядь, на победку в основном хуярят. Поэтому, как я буду мстить, это я не знаю. Экстрей один, нужно я... Ой, у меня сейчас там салюты какие-то, да? Давай, аккуратно. Собака испугалась? Ну, блин, конечно. Ну, дожили ее быстрее. Гладь ее быстрее, собачку. У нас собак салюта боится, как у всех, по сути. То есть, и не просто так, я купил его за 500 баксов, это кресло инвалидное. Что-то... Как там, ебучие праздники? Тебя подняли. Что-то немножко не получается. А, ебать, пойдем. Так, а, все, переложили. Пойдемте. Все у вас получится. Мы вас сразу в интенсив? Нет, мы его в палаты VIP и туда же катим все жизнеобеспечение. Так, это на третий. У меня нет такого, знаешь, типа... Так, да ради бога. А у нас там какая палата все. Именно? У меня поэтому всегда лайт РП, а потому что я... Могу себе позволить там день, два, три не заходить. Это для меня нормально. Первое. Тем более да? Здесь такой РП, что мне нужно заходить ночью. У меня сейчас уже 10 минут первого. Вы что думаете, я, блядь, это фанат... Скажи мне, сестры, тут подключить жизнеобеспечение? Думаете, фанат такого режима? Да и никакого подобного. Так, Джессика тогда займется за пациентом следить, когда очнется, если что-то не так пойдет, обязательно сообщать. Пойду представлю охрану. Не поставил еще? Нет, еще Ренечка, не поставил. Не успел. Хотел сегодня, но там еще надо текст написать, сама понимаешь. Я думаю, что завтра поставлю. Или после стрима. Ну, завтра лучше поставлю. И труханы PSD, между прочим. Не пиздите тут. Труханы классные. На сервере днем ночь, а ночью день. А тут же меняется от игрового времени в зависимости. Поэтому... Я, ну, татуха получилась просто от ас. Вы в курсе, что я смешал здесь две татуировки? Тут не одна татуировка. Из-за того, что одна была с драконом, но какая-то жиденькая, а вторая была плотная, но никак не связана с драконами и прочим, пришлось их смиксовать, и получились черепа, катана и драконы. И еще с красным отливом. Ё-моё, щищ! Я все такое в жизни набил. Эту серию можно будет назвать «Неуловимый, как вазелин». Рыбин, ты здесь, что ли? А ты когда... А ты что-то там стримил где-то на каком-то трове на ебучем. Давай, врывайся. Все дикторы должны стать стримерами, потому что, учитывая то, как идет финансирование наших профессиональных навыков в последнее время, это я не только на своем опыте основываюсь. Делать нам что-то надо. Три пуговички, боже мой, как мило. Вообще, это вроде выглядит как боксеры, а по факту семейники, раз три кнопки. Да я сейчас на все стримлю, но с моим голосом только губка Боб РП. Ты недооцениваешь себя, между прочим. Тут РП такая хуйня, где любой чел, который играет в РП, хочет вот такой. Тут байкеры пиздец, они прям. Да, да, я байкер, я, бля, крутой нахуй. А вот харизматичных таких вот теноров персонажей здесь очень мало. И когда я натыкаюсь, я всегда внимание. Я вот внимание обращаю. Сейчас, конечно, не. Просто случайно этот персонаж был геем, но на Легаси был гей, спасибо прикольно то, отыгрывал этот самый... Лиам его звали. Пиздец, он натуражный был парень. Угу, я бы с ним еще где-нибудь пересекся с удовольствием. Моя ответственность, конечно же. Я здесь буду. Так, надевать медицинскую маску. Благодарю. Тенор от как? Так, но это выше, чем баритон. Хорошо, ой, кнопки — это пиздос, я сам до сих пор. Я уже часов 300, блядь, наиграл в ТРП и до сих пор, блядь, кнопки нажимать не умею. Нечто, я понимаю. Пересекся, вряд ли ты имеешь в виду, конечно. Сходить в кафетерий, насладиться вот этой шоколадкой. А это кто такой? Приятного аппетита. И будьте осторожны. Картер Верона выглядит как азиат. Все.
Сон сказал, но имя у него не совсем азиатское. Кто же вас так? Это моя подружка Бура-Бора, она подсадная утка, я съел мета-инфу, убей ее. Помнишь, сначала его убить Билла? Помню, конечно. Сейчас будем пытаться пальцами, большим пальцем завести мотоцикл и съебаться. То есть инвалидную коляску. Ну да. Тебе надо РП попробовать. Я вот когда вообще сначала узнал, что такое РП, я подумал, что вот где как не в РП, ну, если из вообще всего стримингового, блять, вот этого вот дерьма, чем заниматься, кроме как РП. Просто игры иногда играю, но это такое, это все играют в игры. А вот в РП у тебя получится уже прям что-то интересное создать. Смотрите, показатели стабильные. Ксо. Держись. Держусь. Только главное... выживи. Я понятия не имею, кто это. Я первый раз его вижу. Ну, я, может, его и видел, но я что-то не помню. Ну, они, по-моему, на рейдж-серваках играют, там немного другое, но... РП, да. На РП прям... Я много сидел в свое время. Да кто он? Да черт его знает! Как же он драматизирует. Кесо! Анзо! Я клянусь тебе каждой чешуйкой твоего драконьего пениса, что я добуду сведения о том, кто это сделал, и отрежу их поганые головы. Мы узнаем, кто это сделал. Мы отомстим. Читаю. Может, Ханза единственный, кто выжил и хоть что-то знает. Да. Ксо это типа пиздец. Ну да, Ксо, типа черт. 3,5 чешуйками. Эй! Не надо. Как-нибудь отчим Такеды. Или ее бойфренд. Мы не знаем, сколько Такеде лет. Мы знаем только то, что она сегодня погибла. Не, ну как бы... Все идет, как я задумал. Я сегодня хотел коротенький стримочек. И что может сделать его еще короче, кроме как расстрел меня, блядь, в машине и предсмертное состояние, после которого, естественно, я ни на какую сделку с Марсом не поеду. У меня рука сломана, я ничего не знаю, крови потерял, пиздец. Это мне надо, типа, отлеживаться, и только завтра я выйду из этого состояния, и какой-нибудь там Хаяси придет ко мне в эту, и будем мы общаться, скорее всего. Ребята, а что за проект? Восклицательный знак серф. Можешь вбить, пойти в Дискорд, и там все это VIP-палата, между прочим. А где телевизор? А где гейши, блядь? Это что за VIP-палата? Как-то уебанская картина, и как бы... Хаяси там вообще не нашли, походу. Хаяси убежал! Хаяси убежал! Он сразу поднялся по этому... РП-ветку с телефоном, не просри. Ну, блядь, я нахожусь сейчас... Вот. Он умер где-то сверху, не? По-моему, не. Последнее желание Такеды было продать не дешевле, чем 3000 за штуку, Марс. О, дождь пошел. О, нет, дождь. А, упал сверху. Я не обратил внимания. Просто когда меня нокнули, я типа... Камеры не мог двигать. Я поэтому не видел. Хайвер, какой ты красивый. Уже ты красивый. А, красивая я. Спасибо большое. Маша, можешь залогиниться на свой аккаунт основной и написать мне, что я красивый. Только один человек мне на свете это говорит постоянно. Так что я тебя раскусил. Умер, как настоящий самурай в бою. В день смерти Такеды весь день шел дождь. Ну как весь день? Мне кажется, здесь такой дождь, блядь. Сколько раз он начинался, он заканчивался через 30 секунд. Поэтому ждем. Спасибо большое. Дистрикт оцеплен за 4 часа. Двойным убийством. Двойное убийство.
Хаяй Хаяси умер. Ебать, ну, во-первых, меня вообще даже не взяли в Якудзу еще, я подсос Якудзы. Получается, Накамура занимает главный по пищевой цепочке. Занимает Накамура. А, или Миядзаки, я не знаю, кто у них там выше. По-моему, Миядзаки выше Накамуры, по-моему. Я, блядь, не помню. Я думаю, тебя тоже посчитали. Хаяси очень антуражный, и очень антуражная была Такеда. Мне дико нравилось. Вот это как раз то, чего мне в РП, возможно, не хватало, поскольку вы помните, что мы всегда рофлим, и даже серьезными чуваками мы рофлим, и они подыгрывают рофлами, и все такое. А здесь так вышло, что у них круто получалось именно серьезку отыгрывать, и это необычный экспириенс. Я без них, блядь, скучать буду. Какая записка? Хироши, Кацу, позвони, как проснешься. Хорошо, позвоним. Да очень просто. Я же, блядь, дракон. Чтобы меня убить, нужно немножко побольше, чем 9 жалких 9-миллиметровых пуль. Подкинул. Надо было, знаешь, как это играть? Если бы я... если бы я немного в другом сеттинге был, я бы сказал, что... расстегнул одну пуговицу на семейниках и аккуратненько просунул туда записку, край мизинца, дотронувшись до члена, и резко отдернул руку. Но это я бы так сделал. Тут... тут сами понимаете. По поводу того, можно сказать, что ты ничего не помнишь, да? Да. Знаете, что я думаю? Надо спросить здесь либо у модеров, либо у ивентологов, либо у админов, есть ли здесь бинты. Потому что я помню, я был на Amazing X, там был постапокалипсис, были зомбаки, всякие монстры. И там, короче, была шмотка, ты типа был перебинтованный, у тебя торс был перебинтован. И если здесь есть перебинтованный торс, то это будет вообще разъёб. Он, наверное, где-то должен валяться. На файфэмах, то да, мне кажется. Так, о? Что же у нас здесь? А, я думал, ты убийца какой-нибудь сейчас мне как в капельницу как захуярит. Это тот самый герой, который выжил после перестрелки. Это я. Чешемом так интересуется и полиция, и тот господин. Можешь отыграть потерю памяти и вести так обычную, ладно, социалку. Я думаю, впрочем, так и сделаю. Меня это не касается. Посмотрю-ка я его. А, что? Кто? Вот по поводу лута, я не знаю. Вот где хранятся вещи? Вот, допустим, меня разъебали. Куда мои вещи отправились? Полиция их забрать должна, по идее. Ну, мне нечего ответить. Осматривай человека, если... Черт возьми. Гребаная энцефалограмма. Надо бы ее заменить. Вроде бы вип-палата. Энцефалит меня клещ укусил. 9 клещей меня укусили. Что он как барахлит. Сейчас. Погоди. Вообще, Япошка должен был изъять по-хорошему, но он же... Да. Американским методом. О, вроде заработало. Я переводился. Надо было в Санта-Мария оставаться. Тебя спросили, просто нет. Осматривай человека и сверяй состояние пациента. Пожар, точно. Что это значит? Дело. Вау, рыбный диктор, спасибо! Павшему самураю монету чеканную выслал. Спасибо большое. Тонкоголосый. Спасибо большое. Радостно в сердце. Спасибо большое, Дим. Пиши здоров. Динамика наблюдается. 39, нахуй. Измерю-ка я температуру еще. Может, прописать ему антибиотик? Жар у меня. 39,3. Хуёво, я сам понимаю. Ну, что поделать? Жар, лихорадка. В принципе, побочное состояние конечно после операции. Но, я думаю,
Но у меня есть что-то интересное. Так. Вот господин сказал то, что его нужно привести в чувство как можно быстрее, поэтому... За хорошую плату экспериментальная медицина никогда лишней не бывает. Что сейчас у меня отрежет реально, блядь, даже драконий мой хвост, который не с той стороны растет, понимаете, в чем я. Отыгрывать потерю памяти и продолжать отыгрывать Эдрина Хаева, да, да, да. Просто в драконе, понимаешь, бушует пламя в груди, поэтому температура такая. Для огненного дракона норм температура. Как-то было... Блять, это в ДМБ было, только реплику... Не вспомню. Чё-то она... Бля, как же она... Я даже не буду пытаться. Поверьте, что в фильме ДМБ, кто не смотрел, посмотрите, была реплика, идеально подходящая под ситуацию, про экспериментальную медицину. Но дословно я сейчас ее не воспроизведу. Отыграй временную смену личности. Да... Потеря памяти и считаешь себя такеной, бля. Я бы это сделал, но... Что-то в таком духе. ДМБ-вышка, ДМБ-разъеб вообще. У меня звук пропал. А, не, все нормально, дождь кончился. Ну, знаешь, типа, при обстреле вряд ли, но там большая потеря крови была. Можно просто предсмертное состояние, возможно, какая-то микрокома. После этого что угодно может быть вообще. Мне кажется, память можно потерять, просто стукнувшись мизинцем об это. Мне было один раз такое. Я уебался мизинцем об угол этого самого стола. Очнулся уже, и мне, блядь, 29 было. Где 10 лет я был, хуй его знает. Вот и думайте. Кислородное голодание мозга. Все сюда. В любом случае, тебя хотят быстро поставить в строй. Да, это тоже надо понимать. Он пишет что-нибудь в уме. Тебя, Фиранвар, просили в двух словах, а ты пишешь одно слово. Забаньте его и випку снимите, блядь. Да. Кстати, тебе же написали свинцом с правой стороны, мог бы вам пытаться руки замутить и типа протест, но это, блядь... Это уже, конечно, борщ. Берет катетер? О боже, нет. О нет, только не пиши это. Только не надо, только не продолжай. Нет. Вот, я не понимаю, почему мне говорят, что ты опять в палате сам с собой разговариваешь? Что? Почему медсестра выбежала, вы споришь, ты тут с кем-то нет, ну если медсестра здесь была, значит, я не сам с собой разговаривал, мистер. Нет, Филипп. Это буквально куртка оттуда, как я отдохнул в Адлере. То, что из комнаты пациента странные звуки доносятся. Что ты тут делаешь? Я пытаюсь помочь пациенту, у него высокая температура, и он в тяжелом состоянии, я проверяю его, так скажем, жизнеспособность. Жесть бицепсы вообще... У Шимады ноль бицепсов, вот обратили внимание? Вот сейчас вколол антибиотики, вы только гляньте. Температура 39,9. Это что за... Ты их прям вколол, что ли? Ну, в кассетах. Господи, боже мой. Отвратительное физическое состояние у старшего дракона, конечно. Что за не приходят? Ну, смотрите, реакции вообще у него никакой нет, как я понял. Ну, смотрите, вот сейчас я потрогаю, даже пощекочу его ногу. Вот он щекотки не боится, дурак, блин. Ой, знаете, в этом месте все боятся щекотки. Хочешь, я сейчас сниму с себя обувь, ты меня пощекотишь. И убедишься, что это не так. Давайте нашу личную жизнь мы оставим за дверями медицинского центра. Ладно, ты эту, если ему быстрее все провести, ты ему возьми эту, я не знаю, что ли. Морфина кого-то бахни. Чел, врач, афроамериканец, отыгрывающий реднека. Это надо видеть. Морфин — это обезболивающее. Я вот думаю, может быть, адреналина ему. Просто какой-то... Пациент... Может, без сознания лежит просто, знаешь почему? Nice. Тяжелое состояние, понимаешь? Да? Ну, тяжелое состояние, это безусловно.
О, реакция на свет есть. Фух, слава богу, я подумал то, что уже все. Живой труп. Что? А вы знаете вообще, сколько у него пулевых? Вставай! Было? До конца! Через что-то там щитрохи. Давай же, мистер. Девять. Девять? Через не можу. Нормально. Вставай! Или сколько их там было? Девять, все правильно. Конечно, проявляется синдром Хайверхамка. Ну ты этот, я не знаю, адреналин очень сильно опасно его. Ну, конечно, хотя... я очень сильно рискну. Знаете, что я думаю? Ты что, хочешь рисковать? Ну... Ну, адреналин въебет, и я, естественно, очухаюсь. Всегда нам помогал? Это же адреналин все-таки. Прыгни, какая экстремальная медицина, блин. Давай адреналин, ебарь, ладно, ебурь, ладно, ебурь. Короче, и помрешь, думаете, помру? Пару кубиков. Может, оно как-то на периферическую нервную сработает. Адреналин при пулевых нельзя? А я не ебу, я не медик. Будь моя воля, я бы себе адреналин каждый день куячил, чтобы проснуться хоть немножко. Короче, ты пробуй, я ему вколю пока что антибиотиков еще. Ла-ла-ла. Ох, что эти чернокожие врачи и реднеки с украинским акцентом. Но это гремучая смесь. От боли шок слышу помощь. Ну, я не силен, если честно, в этом самом. Я знаю только, что если у тебя болит голова и хуево себя чувствуешь, то ты, скорее всего, заболел, и тебе нужно пить таблетки. Так, ну, всякие, которые дома есть. Даже название, блядь, не знаю. Хочешь, я их отправлю в другую больницу и спать ляжь? Да не, сейчас он что-нибудь уебет. Я проснусь, побормочу. Возможно, кому-то позвоню. Но сегодня идти уже с 9 пулевыми и со сломанной рукой, и это хуй знает куда можно. Это, наверное, надо уже будет... Но я найду записку от Хироши Кацу, позвоню ему, скажу, что нихуя ничего не помню. Помню, что как сел в машину и потом очнулся здесь. Отыграем, он мне расскажет, что случилось, я буду в ахуе. Пойму, что я не представляю, кто это может быть, потому что я действительно по РП не представляю. Так. В катетер. Прости меня, брат. Да ладно, брат. Ничего страшного. Я не хотел тебя убивать, брат. Вот он, я жив. Я... Брат. Ты, ё-моё. Походу, Гензи. Черт. Я знаю, что... Нет, мне прощения, Гензи. Но я буду всю жизнь пытаться искупить свою вину. Так. Жалко, конечно, персонажей и ребят. Похоже, очень колоритно отыгрывали, но такова судьба РП. Но результат более чем достойный. Извините, сэр, вы меня слышите? Бора-бора. Я... Это... Извините, бора, сэр. Бора-бора. Я мистер Маккензи, ваш лечащий врач. Сотрудник сотрудник экстренной медицины. Где я? Не экспериментальный, вы ничего где не знаете. Где я? Вы в медицинском центре. Что происходит? Не нас, мы с вами находимся в медицинском центре на бульваре Вайнвуда. На данный момент мы находимся с вами в VIP-палате, сэр. Вы помните что-нибудь? Я чувствую боль, которая обжигает все мое тело. Черт, одну секунду, сэр. Мы это очень быстро решили. Что? Так, два кубика антиретинола помогут вам. Я... Как я здесь оказался? Кто? Вы не помните ничего, сэр? Я... Да. Я сел в машину... Я сел в машину. Да, вы сели в машину.
И потом я оказался здесь. Свинец вытащили из меня? Нет. Ну хуй с ним. Он у меня расплавится и по венам течет. Мое что? Имя. 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 Меня зовут... Меня зовут Ханзо. Зо. Шимада. Тихо, тихо, тихо. Да, осторожно. Тошнота, головная боль, мистер Шимад. Что-то чувствуете? Господи, вы все дрожите. Скажи мне, лекарь, что произошло? Кто посмел сбить дракона в полете? Мистер Шимада, вам не стоит волноваться. Вы только очнулись после тяжелой операции, которая длилась около 10 часов. Вы понимаете это? Мистер 10. Шимада, вы сейчас должны... Прошу вас, не волнуйтесь. Мы сейчас должны с вами пройти все по порядку, пожалуйста. Так. Давайте начнем. Я как лечащий ваш врач Густатаны? Должен узнать ваше состояние. Скажите мне, пожалуйста, мистер Шимада, как вы себя чувствуете? Есть ли у вас головная боль, зуд? I need healing. Шипение в ушах, тошнота, рябение в глазах. Черт. Вы очень слабы, чтобы я вас отпускал. Я себя чувствую так, словно тысячи императорских колесниц пересекли мое тело вдоль и поперек. Хорошо, я вам уже вколол обезболивающее. Я не могу вам вколоть больше, потому что... Скажи мне, лекарь, что произошло прямо сейчас, или клянусь добрым именем своего брата, я встану и задушу тебя собственноручно. Я клянусь добрым именем и клятвой... Блять, господи, можете, пожалуйста... Так. Подсказать человека? Своей матери, своей матери. Успокоиться. Ладно. Давайте мы... Ваша машина расстрелила бастиона в новой форме. Иначе я вам вколю успокоительное, вы понимаете? О, вы понимаете? Понимаю. Я вам все расскажу, хорошо. Я вам все расскажу. Понимаю. Понимаю. Вы себя чувствуете плохо, я вам вколол обезболивающее. Мне нужно убедиться, то, что вы все воспринимаете в адекват. Я сейчас вам покажу несколько пальцев. Скажите, сколько пальцев увидите перед собой? Бля, ну это нормально. Это классика. Хорошо. Нормальная отсылка. Я вижу один палец. Ага. Я вижу ровно столько пальцев, сколько засуну вам в задницу, если вы мне не расскажете, что случилось. Ладно, успокойтесь. Сэр, пожалуйста, успокойтесь. Вам нельзя нервничать, иначе швы разойдутся, внутреннее кровотечение продолжится, понимаете? Вы сейчас... Понимаете, я вам расскажу ваше положение, сэр. Вы только послушайте меня. Представьте... Представьте шкурку от банана, которую буквально разорвали на мелкие кусочки, так. А всю мякоть внутри просто смяли, и оно превратилось в кашу. И потом пришли врачи, и из этого сделали хотя бы какое-то подобие банана. Понимаете? Вот это банан, это вы, понимаете, сэр. Я банан? Я скажу, ну, образно говоря. Я рассказал детскую аналогию, просто чтобы вы меньше волновались, понимаете? Понял. Я попробую рассказать, что с вами было, но дайте мне слово, то, что вы не будете сопротивляться мне, и я смогу дальше оказывать вам медицинские услуги. Рюкай, хорошо, делайте свою работу. Хорошо, но потом мне нужны объяснения. Хорошо. Вы поступили сюда после перестрелки, на вас напали.
Вы были в автомобиле, и у вас было 9 пулевых. Нани? Прошу прощения, я не говорю по-японски. А что? Как перестрелка? Да. Была какая-то перестрелка, и это все, что я знаю. Знаю только две вещи. Вами интересуется какой-то очень странный господин из Японии, и вами интересуется полиция. Так вот, они... Демодель, мне срочно нужно сделать звонок. Нет, я, к сожалению, не могу вам передать телефон, пока вы в таком состоянии. Как вас зовут, доктор врач? Меня зовут мистер Маккензи. Мистер Маккензи? Я ваш лечащий врач. Можете немножко нагнуться поближе, чтобы я вам шепнул кое-что на ухо? Хорошо, если вы того желаете, я могу. Да. Одну секунду. Мистер Маккензи, что вы хотели сказать? Мне нужно срочно позвонить, это вопрос жизни и смерти. Поверьте, я в долгу перед вами не останусь. Даю доброе слово и клянусь своим именем. Да что вы, мистер... Шимада. Шимада. Мистер Шимада, я... Я перед... Как бы, так скажем, перед вами... Дайте бесплатно... телефон. Не танцую. Мне уже заплатили деньги. Какой-то господин из Японии. Нани? Тогда тем более дайте мне телефон, это очень важно. Окей... Ладно. Давайте так договоримся. Я его буду держать в руках. И чуть что, я его уберу. Да. Хорошо? Да. Если полиция узнает то, что вы говорили по телефону, будут проблемы. Не только у меня. Так. Черт. Держите, пожалуйста. Точнее, я держу, но вы прислонитесь. Тогда... Давайте я так скажу. Так. Ну, поднесу его прям вплотную к вам. Мне там... Ну, как тяжело двигать... Я вам помогу. Да, так, так, Такеда. Такеда, давайте сама. Я вас приподниму. Нажмите, Такеда, сама. Такеда, сама, да, нажми. Да, помогите нажать. Такеда, сама. Здесь все по-японски. Куда нажимать? Да ладно, я сам. Квадратик. Черт, к ней нельзя. С ромбиком или что? Вы мне все, скажете... я уже сам тыкну. А, ну вы... Черт. Тогда хаешь сам. Тоже можно было... О, нет. Они не берут трубку. Давайте... Давайте я, может быть, приглашу мужчину, который с вами хотел пообщаться. Он оплатил вам лечение и сказал то, что... Мужчину? Это очень важно. Что за мужчина? Знаете, он... На него акцент еще такой же, как у вас. А, секунду. И он мне заплатил деньги, чтобы вы здесь оказались. Секунду, дайте-ка. Так. 4-4-4-4-4. Вы осторожны. Поднесите еще телефон. Поднесите телефон. Давайте, давайте, держу. Держу. Да. Что-то написать? Да, пишите. 4-4-4. 4-4-4? 3-4-5-6. 3-4-5-6. Хорошо, да. Мистер Шима. Черт, недоступен. Тогда какого черта ты положил свою проклятую записку? Все, убирайте я телефон. Все, я хочу... Подкладывал. Все, мне срочно нужно саке. Вы выпить хотите? Да. Я могу вам принести воду, если вы желаете. А, вода не исцелит меня. Мне нужно саке. Привет, пан Лео. Это напиток, верно? Да. Вам нельзя принимать алкоголь, у вас слишком много... Все, я сам определяю свою судьбу, господин Маккензи. Мне нужно саке. Мистер Шимада, если вы примете алкоголь прямо здесь. К тому же, где я вам его достану? Мы находимся в больнице, я напомню вам, а не в гостевом доме. Да, точно. Хорошо, я смогу потерпеть еще один день без сока. Мистер Шимада, мне звать человека? Да. Или нет? Да, давайте, зовите. Хорошо. Почему вы не берете трубку, Такеда сама?
Да я же не помню. Что, попал в перестрелку и все такое. А я, по сути, сел в машину, и последнее, что я помню. Сейчас спросим. Человека я таки попытался позвонить. Я даже не верю в персонаж еще, что они мертвы все. Живой? Я, пожалуй, постою там, но если ему станет плохо, сразу же зовите меня. Ну, это мертв. Ай. Мне знакомо. Да, мне знакомо ваше лицо, но я все равно не могу узнать вас. Кто вы? Это очень плохо, когда начальство не узнают. О. В основном я работал с Такедой. Она. Она не берет трубку. И не возьмет. Почему у нее сломался телефон? Она мертва, Ханзо. Нани? Ее убили около ресторана. Как ты смеешь? Говорить, что Такеда сама погибла? Так, если бы я мог встать, я бы наказал тебя. Такеда не может умереть. Наказал бы меня. Ну, спишем на обезболивающее. А, что случилось? Вашу машину расстреляли из крупнокалиберного оружия. Пока я не знаю, миллиметров кто, не пиздите. Пока я не знаю, зачем. Я знаю, что я здесь для того, чтобы это выяснить. Сука. Вспоминай, кому перешли дорогу. Без моего ведома. А. Я занимаю такое положение, но меня не посвящают в эти дела. Я лишь выполняю простую работу. Пока не заработаю уважение. Считай, что ты его заработал. Не напрягайся так сильно, сейчас отдыхай. А как Хаяси-сан? Что с ним? Он будет охранять Такеду в загробной жизни. Нани! Не перенапрягайся. Я не могу в это поверить. Боже, я слышал крики. С ним что-то случилось? Переживает немножко. Пожалуйста. А? Давайте я вас предупрежу. Он после тяжелой операции, поэтому любой стресс ему сейчас только губит, понимаете? Попробуйте помягче. Он настоящий герой. Думаю, он я выдержит. Я понимаю. Но в его любом сердце случае, готово к этим испытаниям. Его сердце готово. Вот организм в целом может в какой-то момент... так скажем, подвести, понимаете? Никто вам гарантии... Осторожнее, он герой. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее. Я не хочу, чтобы мой пациент скончался. Ай. Напомните ваше имя. Хироши Кацу. Зови меня Хиро. Хиро-сан? Что же будет дальше? Что будет дальше? Дальше мне придется слезть со своего кресла и возглавить данное подразделение лично. Все-таки это подразделение было под моей ответственностью. На мне лежит... Сыпуку надо. Какой же кринга? На мне лежит ответственность за все это. У меня к вам есть вопрос. Ай. Могу ли я увидеть Такеду и Хаяси-сана в последний раз? Спрошу врачей. Я должен... Если их снова не увезли тут, в Америке же все быстро делается, как на потоке, словно конвейер. Я должен
принести клятву над их бездыханными телами, что отомщу неприятелю, который совершил это злодеяние. Поклянемся вместе. Мне лишь бы только оправиться, и я все сделаю. Сейчас отдыхай. Японный армянин какой-то. Твоя главная задача — поправиться. Преданность ты свою доказал, как и свою удачу. Выдержать 9 пуль в тело не каждый сможет. 9 ты пуль. Ты смог. Отныне назначаю тебя своей правой рукой. Аригато. Сейчас я правая рука. Оплачу тебе самое лучшее лечение, которое вообще тут можно купить. Как его зовут? Поправляйся. Вот тебе мой номер. Ага. А, я где-то его оставлял здесь. Да, записочка. Под задницей. Обязательно, так скажем. Хиру-сан. А куда? Просто при мне были вещи. Где они сейчас? Там просто... Похоже, их врачи забрали. Можете выяснить, где они лежат? Там немного, как бы вам сказать, компрометирующие нашу организацию вещи. Понял, я с этим разберусь. Аригато. Обещаю, как только я встану на ноги. А я быстро встану на ноги. Я хоть и дракон, но раны зализываю на себе, как собака. И мы вместе выясним, кто за этим стоит. Вот было бы здорово, если бы также отыгрывали обычные игроки, а тут стараются... Это неправда. Не пари горячку. Сейчас ресурсов еще меньше, чем было полчаса назад. Да. Потеряли бойцов. Я же к ним пришел в организацию, они так и играли. Людей, до товарищей, этого. Своих друзей. А ведь Такеда... Она ведь названная дочь моего Аники. Сука. Могу ли я задать вам нескромный вопрос? Ай. Видели ли вы когда-нибудь ее лицо? Конечно. Жаль, во что я его не видел. Во время нашего первого знакомства, которое произошло не так давно. Жаль, что я его не видел. Оно бы вечно отпечаталось в моем сердце. И давало бы мне сил карать тех, кто посмел совершить такую подлость. Мне нужно отдохнуть, но завтра... Завтра я воспряну и буду готов служить вам. Ай, поправляйся. Главное, поправляйся. Он забрал всякие вещи. Да, тут, понимаете, суть-то в том, что тут люди на таких серваках так играют. Просто из-за того, что я вам показываю, возможно, у вас какой-то синдром выжившего. Что типа вот в этой ситуации вот они так себя ведут. На самом деле они просто они вне всеобщего обзора. Катана, но они знают, что это катана Гендзи, но пускай забирает это оружие по-прежнему. Потом у него попрошу. Скажу, что это катан моего брата. Так-то они все отыгрывают. Пушку ты выложил? Пушки нет у меня. Туда, но вы туда просто так не попадете. Нет, это не грустно. Выпивки нету. Вот вы... Засыпает. Бес. Засыпает. Вот это да. Это точно. По идее, должна была в машине выпасть. По идее, да. Ничего грустного нету, поэтому... Катана здесь чисто... Этот проб, он просто висит на спине, насколько мне известно. Бля, интересно, а как же так вышло, что... Меня не было 3 дня?
Ну, кстати говоря, вот вы говорите, да, типа, да ты там, барбар, три дня. В итоге вот как было. Меня бы просто разъебали бы вместе с Такедой и с Хаяси, и закончился бы персонаж. А из-за того, что я ничего не знаю и проебался, у меня есть карт-бланш, чтобы выжить и разобраться, и двигать РП в этом направлении. Вот все. Видел видео с озвучками второго сезона «Ведьмака». Тебя выделили там, ты молодец. Да я там, блядь, мне заплатили за то, чтобы я пародировал, блядь, Кузнецова, по сути. Если бы мне дали своими силами разобраться с этой ролью, я бы, может быть... Ну, вообще, спасибо, Махун. Приятно тебя слышать. Слова одобрения, целую. А админ сервер разве сливает стримеров? Я не знаю, как у них там... Во-первых, я правой рукой стал и был никем, поэтому... Голос что-то знакомый учила. Ну, наверное, сегодня тогда все. Интересно, да, все-таки, как там. Я бы спросил просто в нашем Дискорде. У нас Дискорд же есть с этими, с якудзами. Но теперь мне вообще лучше туда не заходить. И... Я просто мету схаваю. Хотелось бы это по игре все-таки как-то выяснить, потому что я уже заебался. Я и так подхавал, что это итальянцы. Совершенно случайно, просто потому что рейд закинул 9... Блядь, как его правильно? 9 грамм? 9 граммом закинул. Это стример такой и хозяин проекта, по сути. Из-за того, что я рейд закинул, я мету схавнул с этой Барбарой, блядь, моментально. И мне теперь приходится и так... Относительно этого... как-то сдерживаться. Мы не стали писать в чате причину помехи. Не пишу. Спасибо большое. Спасибо большое, Саван. Блять, жаль, пиздец. Просто понимаешь, в чем дело? Мне так понравился персонаж твой. Я не знаю, сколько ему лет, да похуй, даже если 50. Я бы тебя вообще зароманил в итоге. Ты бы сдалась бы. Мы вместе с тобой слушали, знаешь, какой трек? I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see it any meaning, then you know you have to go fast and furious. А в итоге, бля. Что? Как-то я по натуре фотограф. Ну ладно, давайте, засыпает. Да, не пой. Жалко, конечно, пиздец, жалко. Я тебе сейчас такой разъеб кину с твоим вокалом. Давай. Ты записал? Погодите секунду, сейчас у нас будет трек. Сейчас у нас трек будет. Как ты успеваешь, блядь, этим заниматься? Я думал, ты там работаешь в поте лица, а ты в итоге бездельник. Конкурс на лучшую подпись я тогда потом пройду у тебя, Гер. Да, Саванна, ты пиздец крутая. Мне очень понравилось, как ты отыгрываешь. Мне очень понравилось, как Аяси отыгрывает. Мне будет вас не хватать. Антураж вы сделали очень крутой. Я как раз-таки хотел, учитывая то, что я постоянно в юмор по РП ухожу, я как раз-таки хотел чего-то такого, чего вы и показали. Мне жаль, конечно, что... По сути, это 5-й стрим. Мы с вами всего лишь 4 моих стрима поиграли, и все. Маловато, конечно. Я надеялся, ну, хотя бы, ну, посмотрим, что без вас получится. Но как-то будет уже не так, не так будет, не так. Ну, что поделать? Ждем сейчас от Кинеза ТВ. Есть бинт. Сюда, чела, я буду перебинтованным. О, боже. Короче, есть бинт. На тело. Но он не закрывает, насколько я знаю, левую руку. И я буду в бинте. Возможно, если есть возможность надеть бинт и сверху без артефактов накинуть какую-то японскую распашонку, ебать стилек будет у Ханза. О, мне очень нравится. Пока это в голове, мне это очень нравится. Нам интересно, чем все это закончится. Да разъебут нас, Саванна. Мне руку нахуй отрежут и засунут в жопу, потому что я не умею. Я поэтому по функционалу и слабоват,
на победку я не играю никогда. Я вот тебя не было, я рассказывал. Мы играли на этом, на Amazing. Был в банде, мы столкнулись с вагасами. Я просто мимо них стреляю, чтобы просто заваруха была. Они меня просто нахуй изрешетили в говно, чтобы ты понимала. И я так играю. Я не хочу, типа, супер вот душить тоже в этом плане. Но учитывая то, что нас просто исхуячили из машины, из автоматов, я могу полагать и полагаю, и имею все основания, что то же самое случится еще раз, только чуть попозже. Набирай себе кого-нибудь в банду теперь, своих сородичей. Да там осталось-то человек-то. Возможно, других каких-нибудь туда. Но в Якудзу брать не азиатов, это, конечно, сами понимаете. Ну и вообще, вот смотри, проблема следующая по поводу серьезности РП. Спит. Я серьезно РП не могу вести. Я могу ему поддакивать, я буду... типа принимать правила игры, но я точно не могу... Ты что, синтетикой нахуярилась? Суть не в этом. Я не могу вести серьезный РП, потому что... А, все в порядке. Я должен быть частью, но самому там, знаешь, типа вот... быть там крутым воротилой, который будет, знаешь, типа, вот в чем разница моего РП и РП серьезных людей. Серьезные люди по-РПшили, вышли из игры, и на протяжении всего дня они сидят там что-то в Дискорде, вынашивают план, прикидывают, что будут дальше делать. Возможно, договариваются каких-то это самое, типа, пробивают, кто есть кто, кто когда там будет онлайн, чтобы что-то там отыграть. А я что делаю? Захожу на сервак, создаю персонажа, бегаю, веду себя как еблан, и, по сути, все. У меня нет ни времени, ни моральных сил, чтобы... чтобы серьезно что-то отыграть. Что с тобой? Что лежишь, Хамон? Да... маслину, блядь, поймал. 9 штук. Сейчас. Я жду трек, который Гера скинет. Это микс на мой вокал. Я, да... ты у меня под кроватью валяешься. Да? Ну, извините. Там просто прохладнее. Расстрел. Да, давайте посмотрим, кстати. Вот что случилось. Я хочу понять, было ли у меня вообще хотя бы время, чтобы среагировать на это. Насколько я помню по ситуации, возможно, я опешил, возможно, еще что-то, но, по-моему, не было. Шимада, садись за руку. Рюкай. Я сажусь. Меня начинают разъебывать. Ну, наверное, да. Ну, я мог выйти, но меня бы все равно застрелили. О, все. Вот он. Было, но меня бы убили. Хаяси-сан вообще вот здесь был, его разъебали. Ну, вышел бы я из машины, у меня оставалось там четверть хп. Куда бы я? Ну, блядь, ну меня бы убили 100% тоже. Сколько у меня было секунд? Ну, да вообще... ну и куда бы я убежал, по сути? А, нет, нихуя, вот я без сознания. Сел. Раз, два, три. 3 секунды. 3 секунды было. Мог уехать теоретически, не? А это разве... челы, 3 секунды. Вы о чем говорите? Тем более такая внезапность. Это мы сейчас все понимаем, что произошло. А когда ты в этой ситуации оказываешься, тебе нужно за секунду нажать было Q, ой, на F, выйти из машины, сразу же нажать Q, или уехать и бросить своих. Это тоже кринж. Шимада бы так точно так не сделал. У нас не было шансов. Мы попали в эту ситуацию просто максимально правомерно. Итак, внимание. А, в смысле, серьезно, со словами? I wanna leave you alone. Нет, слушай, блин. Давай, давай. I wanna leave you alone.
Бля. Вот, в конце, я пропустил. Вот. Вот. Бля, спасибо, охуенно. Вообще кайф. Как обычно. Более-менее удовлетворительно, он после операции. После операции. А, тогда могу я вас попросить, а если вдруг он проснется, надеюсь, что он проснется, а, позвать нас, мы будем находиться в коридоре. Нам хорошо, сэр. Будет очень здорово, спасибо. Ссылка в чат на скачивание, секунду. Ебать, там внезапно. Перед тем, как сесть в машину, ты видел людей, выходящих с оружием из машин. Секунду, ебать. Я не видел. Но давайте посмотрим, мог ли я видеть. Рюкай. Вот я иду. Рюкай. Погоди секунду, чтобы вы не понимали. Рюкай. Вот вышел чел, допустим. Вот оружие. Простите, что не заметил. Простите, что не заметил вот этой вот буквы Г, блядь. Который ходит конь на шахматной доске. Вообще, блядь, незаметно было. Правда, незаметно было. Рюкай. Ну, да кто бы заметил, смотри. Рюкай. Ты идешь. Рюкай. Я смотрю на тачку вообще. Ты просто как бы... Там копы пришли. Так я знаю, что копы пришли, но я сплю. Я знаю, что они пришли. Я все, я сплю. Я сегодня отсыпаюсь. Сейчас с копами ебаться. Заметно, блин, челы, это заметно со стороны, когда ты, типа, уже отсидел полстрима, все это сам задетектил, мы 5 раз пересмотрели клип и так далее и тому подобное. А когда ты идешь в РП, что-то с кем-то там разговариваешь, садишься просто в машину на F-ку, и тут же тебя обстреливают. Вот это 0,3 секунды, где часть пушки появилась на фоне красной машины на соседней полосе, не надо пиздить, пожалуйста, чтобы вы, преисполненные своим гением, нахуй, и ICQ 500, обратили бы внимание 100%. Вы бы нихуя бы не заметили, и более того, вас бы еще бы и убили, потому что, ебать, ну там вроде все умерли, я тоже за компанию РП смерть пропишу. Вот как бы было. Это я вам... Это я экспертно заявляю. Никто бы не заметил. Там вообще... Вообще не, толком не было видно. Так что не надо. Не надо. Мы знаем прекрасно, что со стороны... Да. На рейджеба на эрекции уехал на изи. Да, это правда. Давайте как-нибудь зарейдим, что ли. Ну, сегодня такой стрим, почему бы и нет. Неплохая РП-составляющая теперь у нас есть. Будем что-то делать, будем что-то думать, будем что-то пукать. Так. Кто у нас тут на Твиче стримит? Здорово, Кова! Я, правда, заканчиваю уже. У нас есть Харли, но, возможно, если я зайду, я схаваю мету, потому что ее тоже напрягают. Кристина, это кто? Го главе. Го, которую расстреляли нахуй, да? Я думал, вы кого-то из РП. А что они делают? Кори играют. Нет, он... Ну, давайте, кстати, к Трикси, действительно. Мы ее
вообще не помню, когда рейдили последний раз. Девочка озвучивает игры, между прочим. Коллега! Там еще Глеб Мещеряков у нее. Спасибо вам большое за компанию сегодня. Было интересно, нихуя себе. Напоминаю, что он, эх, короткий стрим. Но я сегодня сказал, в анонсе будет 2-2,5 часа, идет 2.40, поэтому как бы... Да и чё сейчас отыгрывать-то? Я же, блядь, мертвый почти. У нас есть телега, ребят. Завтра будет стрим. Сегодня я хотел сначала на рейдж пойти, потом на этот сервак, чтобы показать разницу и раз и навсегда поставить точки над «и», в чем принципиальное различие между рейдж и 5M. Рейдж сегодня не получилось, поскольку рейдж... сломался из-за нового патча GTA. Если завтра будет работать, то пойдем на рейдж, потом сюда. Рейдж не рекламный, просто ради веселья. Если рейдж будет сломан, мы пойдем в другую игру, а потом в этот сам. А уже работает, ну тем более. Там тебе привязки проверили. Да, блядь, все в порядке с ними. Короче, все знают. Вот ты удивляешься, а у меня многие вопросы задают. А в чем разница? Все, ребят, спасибо за компанию. Поцелую вас. Эф Такеда, Эф Хаяси-сан. Будет вас не хватать, если вы еще здесь, вы крутые. Спасибо вам за все. За эти шикарные 4,5 стрима. Было очень с вами круто поиграть. Покеда, Такеда пишется, а не Покеда. Целую всех. Пока, Трикси, привет. Пока.